континенте. То есть ты спрашиваешь, какие есть, если нет? Антарктида, наверное. На Антарктиде. Что касается людей, то это лет 12 на русском радио, и все. Да, Антарктида. Какая-нибудь Гренландия. А мы потому что все тупые. Антарктика. Там, где нет нас. Ну, наверное, на каком-нибудь там, полюсе. Ты гуманитарий или технарий? 6? Молодец. 8. 6. Да. 16. Всего доброго, ребят. Господи, а можно я не буду отвечать на эти вопросы? Мы тут все гуманитарии. Ну, наверное, 8. Грани. Сколько граней у куба? Вот теперь вопрос. Грани считается... вот эта штука или вот эта штука? Это самые легкие вопросы? 8. 6. А давайте посчитаем. Значит, это хороший вопрос. Самый легкий? Ты издеваешься? Я умею считать по кубам. Грани, мне кажется, 6. Грань. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Сколько? Пушкину, да? Нет? А Маяковский? Да. Бродский. У меня сейчас набирает будет мне по образованию, да. На Триумфальной площади в Москве Маяковский. Ну, легкие. Давай вспомним, где у нас Триумфальная эта площадь. Триумфальная площадь нет, раз в Москве будет какой-то. Там есть памятник. Блин, я не знаю. Надо съездить посмотреть. Поехали? Поехали. Все, мы уезжаем. Всем пока. Надо посложнее вопрос. Надо транскрипцию сделать. И сколько там мягких, твердых звуков? Вау. Вот это подстава. Окей. О, три, ми, три, четыре. Да я не знаю, но ты че? Блин, к своему стыду не вспомнил. Мы же с тобой друзья. Подожди, давай. Ильич Ленин. Москва, моя Москва. Люблю тебя, как сын. Лермон? Да. Серьезно? Владимир Солженицын. Тут я буду пальцем в небо точно совершенно. Давай. С поэзией я на «вы». Одного возраста с Пушкиным что? Умер? Какой-нибудь там, я не знаю, атлантический. По-моему, это все-таки тихий. Тихий? Либо тихий, либо антарктический. Вот, этот вот один. Я тоже ничего, ребят. Индийский. Тихий. Все. Сколько? На это хорошо, на это надо закатить. Давай перепишем.